Ну что, ребята, сегодня десяточка, ништяк. Ну что, понеслось. Сейчас мы что-нибудь намутим, блин.
Да, ребята, это я хотел все руками выдернуть, блядь. Это я все хотел руками выдернуть, блядь. Охереть не встать, блядь. Какие нахрен движения руками, блядь. Че, движуха продолжается. Вытащил я манжеты. Ну что ж вы профессионалы? По 15, по 30 мне там пишите. Да я там на этом погрузчике 30 лет отработал. Ну что ж вы не сказали, блин, что там это, манжетов нету на самом штоке. Профессионалы. Что ж вы не сказали, блин? Все грамотные. Взяли бы написали, Валера, там разбирать его понту нет, там внутри нету никаких манжетов. Именно на самом штоке, там, в той части, в подъемной. А стоит манжета только в верхней части. Чего ж вы не сказали? Потому что вы нихера не знаете. Вот так вы и работали. Проволокой сопли на палец наматывали, блин. Такие работники, блин. Так что не надо мне ничего писать, блин. Кто будет такой срань мне писать, что они там по 30 лет отработали, что они там все знают, блин. Клоуны, блин. А я еду дальше, блин. На мишке, блин, заниматься, варить банку. В общем, так, ой, блин. Прихватывал я эту фигню. Вот. Сейчас подбил, прихватил, сейчас обварю и порядочек. Ну и все, сварщик от бога все заварил. Сейчас надо будет его проверить и порядочек. Такая темка. В общем, ребятки, уже темнеет. Уже фонарики включили, блин. Весь день сегодня на улице. Смотрите. Воткнул я этот цилиндр. Сейчас зайду в гараж. Там осталось болт тот каким-то образом туда закрутить. Хомут, трубку я закрутил, чтобы вода туда не попадала. Вот. Ну, хомут поставить я под него хочу. Сначала надо верхний болт зафиксировать. Вот. А потом хомуты ставить. Сейчас да расскажу, блин, где я его туда запер, блин. Какой же он собака неподъемный. Вот. Сейчас я расскажу, в чем суть моего непонимания. Надо сейчас полазить в интернете, посмотреть, что за шляпатина. И вообще, первый раз я встретился с такими цилиндрами. В общем, смотрите, ребята. Суть этой всей фишки такой. Я, честно говоря, сколько у меня было погрузчиков, тракторов, экскаваторов, первый раз я столкнулся с такими цилиндрами. В общем, рассказываю суть проблемы в чей. Ну как, не проблема, я вообще не пойму, как он работает. В общем, представляете шток, да? Шток. Внизу одета втулка. То есть внизу идет как бы грибок, ну, например, образно говоря, цилиндр там на 80, ну я вам так примерно говорю, грибок этот нафиг, например, там на 70. Одета шайба просто, она телепается. То есть одевается втулка, эта втулка длины, допустим, ну где-то 20. В ней просто второпластовые втулочки. И она вообще в свободном по цилиндру и так летает. И за цилиндр она никак не фиксируется. Я что-то не пойму, как она работает. Что получается, масло давит просто тупо в шток? Вообще, я первый раз. И что, блин? Ну, то есть, эта втулка держит, она поднимается вверх. В общем, какой-то бред. Вот, второй цилиндр я разбирать не буду, так выцмыкивать, потому что не вижу смысла. Потому что там нету ничего. Там нету никаких ни манжетов, ни резинок. То есть там получается резинка, ну манжета стоит только сверху, да, на то, чтобы не пропускать. Одна. Сверху пыльник и все. И колечко. Ну как бы, блин, и как он работает, что-то для меня это, ну как бы какой-то нонсенс. То есть я насколько сталкивался, то есть любой цилиндр ты разбираешь, то есть он внизу там либо гайкой закручивается, там должна стоять баклуша, которая вверх-вниз толкает. А там вообще шляпа плавающая, она летает там просто. Я вообще не пойму, как он работает. Вот честно говоря, сейчас даже вот залезу в Яндексе, там где-нибудь полазю, посмотрю. Вообще почитаю, что это за херня и как она вообще работает. Я понимаю, что он сам по себе должен опускаться, но сделать его как-то там в одну сторону.
Не знаю. В общем, какой-то бред. Для меня это какая-то фишка непонятная. В общем, до новых встреч. Пишите комментарии, как эта шляпа работает. Только не те тигры, которые по 30 лет отработали. Может, что-то у кого-то грамотные есть мысли.